кто спрашивал, обшивка светлая есть ли. Вот, ставим светлую обшивку. Но здесь отрезал, чтобы не поплавить. Курткой накрыл. Так получается пока. Просто водой. Заметная разница. Детейлинг. Да, будет детейлинг. Вот разница. А этот не мытый. Вот разница. Вот такие поставили, чтобы регулировались туда-сюда. Вот так и вот так. Здесь вот ослабляешь. Ну, еще не подсоединили. Крылья поставили, баки поставили. Тоже это все помоется. Еще разок. Стороны тоже вот поставили. Вот оставили среднюю фару, старую оставили, но она хорошо светит. И вот крайние поставили, диодные, тоже отлично он светит, проверено на красавчике. Второе марта, Державинск, уже вовсю ручьи бегут по дорогам, потеплело хорошо, тает. Даже Константин светится. Даже подсветка номера и та работает. Асик тоже светится. Ах ты! Испытываем новые ключики. Накидной с трещоткой и изгибом. Главный испытатель Макс.